Так, это опять продолжение того предыдущего видео, там, где бой Див DLC. Я просто ничего не смог показать. Вот сейчас я попытаюсь показать. Взял Брока Леснера, потому что он умеет все. И броски, и пауэрбомбы, и что угодно. И прыжки с канатов. То есть все умеет Брок Леснер. Вот я надеюсь, что я смогу показать. Вот это построение лестницами. Ну, в общем, сейчас чуть-чуть ему раздадим лей. Блять. Вот Last Ride сразу мне делается. Я, по-моему, вернулся. Да. Вообще хотел сразу мне сделать. О, подонок, Undertaker-то. Я аж сразу не пытаюсь сделать, я же не дурак. Так, по-моему, там должны быть. Да, судейские столы есть. Короче, сейчас увидите, что тут, блядь, можно выстроить. Тут больше места. Нет, сюда вот так вот. Намного больше места. Тут вообще можно соорудить очень что-то грандиозное. Блядь, ты чего? Ты чего, Undertaker? Я не понял. Скудный прием Брок Леснер делать, скудный. Где лестница еще? Ага, вот она. Я хочу пауэрбомб, давай, бля, DDT. Да нахуй у меня твой DDT, задрал. Ну уже, покажись с лестницы, опять телепортнула с лестницы. Ой, тьфу, столик. Столик телепортнулся. Ну сделай нормальный пауэрбомб-то. Блин, нет, не хочет. Ну бог с тобой. Встает же быстро Undertaker после таких сразу чокслэм-то. Наказывает, наказывает меня, наказывает. А зачем я его закинул на ринг, я не понимаю. Не знаю. Где ты нахуй-то? Да, наконец-то вот. Немножко разряжу обстановочку. Потому что слишком все жестко сейчас пока что. Так, вот я. Не получится у меня сразу забросить, то есть мне нужно. Блять. Вот такой головой. Получилось сделать приемчик. Так. Блять. Запарил ты Undertaker-то. Вставать и вставать. Получи. Вот теперь самое главное попасть. То есть. Попасть. А чтобы попасть, нужно взять стул, его уложить, потому что, вы видите, он не хочет так ложиться. Просто так. Да, блядь, это заебало. Запарил. Полежи хоть 5 минут-то. Пиздец-то. Да, видимо, нужно его немножко отрихтовать-то. Лестницу я буду ставить прям там, потому что мне не получается потом второй раз лезть. Так, вот. Надеюсь, я долечу, потому что если я не долечу, то мне придется худо. Ха-ха, смотрите. А, я не долетел. Вот такое бывает. Бывает, когда не знаешь, насколько нужно далеко, блядь. Что мне тебе швырнуть, может, стул? Нет. Как мне тебя достать, урод? А, вот так, видимо, достать. Блядь, да иди ты нахуй со своим ластрадом. Так. На ринг я не допрыгну, я пробовал. Именно Броком Леснером не получалось. Вот другие кто-то, у других кого-то неплохо все это
Так, мне нужно его выкинуть. Блять. Теперь вот, если у меня получится. Полежи чуток, полежи. А! А! Вот это яд. То есть можно вот таким макаром. А вот сейчас хочу закинуть его сюда все-таки на стол и посмотреть, что будет, если вот так сделать. Ага, то есть ничего, собственно, не будет. И даже вот если мы швыряем сейчас чуток, тоже не ломается столы, мы видим. Только сейчас все сползет, мы видим. Блять. Я хотел, чтобы это все было оставалось на столе. Но, видимо, нет. Не суждено. Вот мне интересно, будет ли при том, что там стол, разбит этот стол. Ага, да, то есть это все сползло, то есть неплохо. Так, ладно, это все мы закидываем сюда. Да, вот сейчас мне удалось показать что-то. Ну, видите, баги какие в физике, то есть... получи за плохое судейство. Мы видим, какие баги в... этом все, потому что мы, ну, проблема все-таки есть в том, что, ну, видите, что с судьей сейчас, ну, в общем, попробую сейчас закинуть его на стол, блять, не то. Вот именно нужно закинуть его туда, вот этим сраным багом каким-то, блять, или разбить вот так вот можно тоже. Ну, разбить тоже можно. Я сейчас хочу вспомнить, как у меня, какой у меня прием Powerbomb. Нет, это Backbreaker, блять. Я что, Powerbomb, по-моему? Ага, вот таким макаром удалось. Только вот если бы мне под... Ага, вот видали, как можно столик подвинуть и этот. Нет, не уходи оттуда, Тейкер, не уходи, блядь, ты ушел. Нужно, чтобы именно можно было закинуть чувачка на ринг туда, блядь, на, ну, на столик туда, блядь. Только где бы мой пауэрбомб-то, блин. Да, вот он, блин, только нужно было сейчас вот... Так, я вспомнил, как у меня... Чем у меня закинуть его можно? Блять, он сместился. Вот таким суплексом. Блять, не закинулся. Сука. В общем, его можно и обычным приемом-то закинуть каким-то. Но я буду пытаться суплексом. Да, вот я закинул сейчас. Единственное, что вот... Ага, отлично. Ага, и вот так вот. То есть можно два стола вот таким макаром бабах размудохать. В общем, круто, я считаю. Очень. Вот, отлично, два стола сразу появилось здесь. Я буду мастерить всего один стол, потому что здесь тяжело. На судейском столе намного легче все делаться. Вот, получи Тупсон Пайлдрайвер. Дорогой мой Undertaker. Дорогой мой хороший Undertaker. Undertaker'ом тут тоже не густо можно навешивать. Блять, я его не туда поставил, сука. Ладно, мне все равно сейчас придется двигать его. Да, вот мы видим, что он спал стол этот. Так, ладно, я сейчас закину его, поставлю лестницу, а потом буду мудрить.
Как его, да, двигануть. Вот, наверное, так будет нормально. Блять, только теперь. Блять. Сука. Вот эта хуйня, что лестница постоянно падает, конечно, запаривает. Опять мы видим. Мы видим, ничего мы не видим. Ну уже. Блять, опять не туда. Ладно, дорогой мой Undertaker. Так, вот так вот будет отлично. Бабах! Блять, я не долетел! Вот это, конечно, не преимущество в руке Леснера, что он так далеко. Некоторые вообще слишком далеко прыгают. Поэтому, собственно, и такая ерунда-то получается. Блять, ну разбей в него. Нет, не разбил. Можно так просто разбить. По-моему. Да, вот мы видим. То есть любым приемом, который позволяет вот так вот швырнуть об стол, можно это сделать. Очень интересно, но мы видим, какие баги. Какие баги вот в этого вот этой вот ерунды, то есть. Так, раз. Вас. Я опять сейчас не долечу, видимо. Мы видим, что у меня даже больше проблем сейчас, чем у Андертейкера. Блять, ну получи ты уже так. Спинбастер, ну, надеюсь, теперь я попаду, блин. Видим, что за херня происходит. Опять. Все, я надолго здесь буду валяться, ребят. Блять, вот другие чувачки как-то охуенно насчет этого все продумано. Да, вот он меня сейчас удержит. Ну, мы видим, как хуево получается, но тем не менее, то есть можно вот эту всю ерунду делать. Хуево, что я не долетел, конечно, но это уже такое дело. Прикол в том, что можно это все, то есть. Можно разойтись насчет этих багов. То есть можно что только придумать. Можно за ринг. На два стола вот так вот поставил. И я хотел ластрайд сделать за ринг. Или чок слэм. Но все не получалось. Но можно эти баги как угодно крутить. Может быть и ну, получится. То есть можно ну, разойтись. Неплохо. В общем, клево.